Здравствуйте, меня зовут Диана Рихтета, мне 15 лет, и я представляю город Запорожье. Я учусь в гимназии номер 93 с углубленным изучением английского и немецкого языков. Уже 10 лет я занимаюсь танцем в хореографическом ансамбле «Жемчужина». И с 9 лет участвую в показах театра моды «Земли». Также я люблю рисовать и создавать предметы искусства из обычных вещей. Сегодня вы увидите куклу, которую я сделала своими руками специально для этого конкурса. Я мечтаю стать известной личностью в мире моды и покорять мировые горы. И я думаю, этот конкурс даст мне толчок для осуществления моей мечты. Всем участницам я желаю удачи, себе победы, а жюри и судьям приятного времяпровождения. Спасибо за внимание, пусть красота спасет мир.